Без употребления источников белка невозможен никакой тренинг. Из протеинов состоят все наши мышцы. Белок необходим для запуска анаболических процессов в организме, в том числе и для производства многих гормонов. Главный козырь этого протеина – его мультисоставная белковая матрица. Всего в протеиновой матрице продукта содержится 7 различных типов белка, отличающихся по скорости усвоения организмом. Первым в дело вступает гидролизат и изоляция сывороточного протеина. Его способ очистки подразумевает расщепление белковых молекул на отдельные фракции, поэтому доставка аминокислот в мышцы с крови происходит практически мгновенно после употребления продукта. Это крайне важно сразу после окончания тренировки, когда мышечные клетки особенно нуждаются в материале для регенерации повреждений и готовы принять значительные порции белка в первый час после нагрузки. Глютаминовые пептиды, содержащиеся в составе темпра, также особенно важны в первые минуты после тренировки, однако они выполняют немного другую роль в организме атлета. В процессе физических нагрузок уровень глютамина в крови стремительно снижается, серьезно понижая ваш энергетический потенциал. Если своевременно не восполнить этот пробел, то организму попросту неоткуда черпать энергию для строительства новой мышечной ткани. Но с глютаминовыми пептидами вы избежите подобной неприятности. Концентрации сывороточного протеина и яичный белок обладают не такой быстрой скоростью усвоения, поэтому их черед наступает уже после полной переработки организмом более быстрой порции предыдущих белков. Самым же медленным источником протеина в составе темпра является мицеллярный казеин, способный продолжать подпитывать кровь аминокислотами на протяжении 7-8 часов с момента употребления продукта. Протеиновая матрица содержит изолят сывороточного протеина, мицеллярный казеин, гидролизат сывороточного протеина, яичный белок, пептиды глютамина, концентрат сывороточного протеина. Развейте порцию продукта 300-400 мл воды или обезжиренного молока. Употребляйте темпра сразу по окончанию тренировки и перерывах между приемом пищи 2-3 раза в день в зависимости от собственной массы и степени интенсивности физических нагрузок. Интернет-магазин Ерспорт является официальным партнером и дистрибьютором бренда Dorin Yets на территории Российской Федерации. Вся продукция представлена на нашем сайте полностью сертифицирована. На страницах нашего сайта вы найдете полноценный уникальный текстовый и видеообзоры продуктов Dorin Yets. Не забывайте подписывать наш видеоканал YouTube и оформлять заявки на страницах Ерспорт.